One, two, three. One, two, three. Draw. One, two, three. I win. Stop explaining the rules of games. I don't understand you. You don't understand because you're stupid. Who's stupid? Me stupid? You're stupid. No, you're stupid. Hey, stop. Me stupid. No, he's stupid. No, you're stupid. You're stupid. You're stupid. Stop it. Stop it. What the kippish here? What the kippish here? My sons, my lovely sons, what are you doing? Old son, middle son, little son, son of a bitch, daughter son, not my son. Where is the son of the son? Father, it's you, grandson. I know a son of a bitch. Shut up. Why are you lying, not my son? Hello, not my father. Hey! Hello, my beautiful woman. What happened with your beautiful face? I found it upstairs. Someone smells Coco Jumbo? No, Matra, we will never use this face, knowing how it ruins our health. It is nothing teaching us. Why are you licking my ass another son? Maybe is it yours? Mother, maybe it's prank? Maybe it's joke? Maybe там какая-то шок? Who could joke with me so fucking bad, motherfuckers? Stop it, honey. Stop it, please, my wife. Look at your jacket. Look at his head is gone. His heart is done. This son is gone. Give me this one. I need to trash it. No. If it's drug, I will try and nothing happened with me. No. You my wife. I'm your husband. And I need to try it because I'm a man. Sunny on the beach, yeah. No, it's not a cocaine. It's a smoking. What happened with his eyes? Ах, за что мне эта ноша? Мой муж – конченый наркош. Он страшно прогоняет, гонит до мозга костей. Если бы я знала, то не нарожала бы ему 5 детей. Что мне делать? Что мне делать? Как мне удержаться? Ведь иногда мне тоже хочется нюхнуть. Он птица, камень, он дельфин. Когда нюхнет, он кокаин. Он высушит свой мозг. Стоять на лапах, но скажет, что не любит кокаин. Ему просто нравится его запах. Танцуй. Танцуй, будто поднимаешь гири. Танцуй вместо меня. Меня конкретно штырит. Пусть это станет зависимостью. Зато будем как знать. Пусть хуям собачьим он сожжет нам слизистую. И сдохнем мы в 35. Е-е-е. Я в адеквате, семья. Я в нирване. Мне так хорошо. Так я лечу свои раны. Осуждайте. Задавайтесь вопросом. Не все белое хорошо. Особенно, если это под носом. Это шоу Ирины Кайратовны. И мы начинаем. Что к ним приводит? Успех, слава, популярность, телеграм-каналы. Наверное, каждый человек или человеха, или муравьиха с
скажет ярая феминистка-натуралистка. Но какова же цена такого головокружительного успеха? Тяжелейший труд, миллионы, гиф или же душа? Восславляется, освящается сие студия. Я Джавид. Здесь присутствующие все от нечистого коронавируса, от сей нечисти. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Победителями новогодней ночи 2020 металлического быка становится невероятная, умопомрачительная, смешнейшая музыка. Нередко звезды мирового масштаба в открытую признаются в том, что имеют связи с нечистой силой. Woman is a crazy boy who lives in me. I ask him to leave, but he can't. He's here for a reason. People have brought him out. People conjured him up. Now he won't leave. Helping produce that with you, Marshall, when you did that. That's kind of weird. Ah, weird. Hello. Oh my goodness. А как же отечественный шоу-бизнес? Или той бизнес? Или, может, шоу-той-бизнес? Называйте как хотите, но иметь популярность, успех, рок-н-ролл, нюхать кокаин и кунилингус мечтает, наверное, каждый. Я даже знаю пару звездных составов в Казахстане, которые явно имеют связь с нечистой силой. И одни из них это шоу Ирины Кайратовны. Вилька! Вы спросите, откуда я это все знаю? В принципе, это было видно сразу в их музыкальных клипах. Популяризация наркотиков. Секс и разврат. Алкоголь и нецензурная брань. Также режиссер команды Куаныш Бейсеков имеет связь с масонскими ложами. Единственный лучик надежды, бархатный голос команды. Один из, да что там один, самый сексуальный участник команды Жаслан Онгаров, который изначально был против этой черной вакханалии, впоследствии чего, которого давно и не видно. А что гадать? Давайте узнаем, что думает Жаслан Онгаров, который Онгаров Жасулан. О, привет! Давно не виделись. У меня все хорошо. От ребят? Нет, не уходил. Куда уж там. Просто пока они там свои песенки поют, я свои проекты начал делать. Ула помогает. Жаслан, ваш сушняк. Спасибо, Уланч. Шепелявый мой. Что бы я без него делал? Можешь идти? Пойди, собирайся его уволить. Тупой, даже слова говорить не может. Не, ну а чё? Мне тоже показалась ненормальной вся эта тема. Масоны там, чипирование. Тут хоть пенсионка падает, все как положено. Да и доля нормальная. 1.5%. Улану, кстати, первому в истории масонства было отказано в членстве. Потому что он долбоёб долбаный. В смысле долбоёб? Я чё, месяц зря сикренен собирал, что ли? Ну, брат, слыши. Ну, брат, я понимаю, но я же не пойду сейчас курсы рекламировать. Брат, ну, подожди, ну стой. Ну как это? Это подкаст всех подкастов. Подкаст о том, как слушать подкасты.
Хороший вопрос. Знаете, в нашей сфере самое главное – это вот дружба. Когда вокруг все свои люди, надежные, верные люди. Когда ты можешь кому-то положиться, понимаете? Да. А для этого всего нужно уметь располагать к себе людей. А вот как это сделать, какие инструменты нужно использовать, я расскажу на своих онлайн-курсах, которые называются «Дружба дружбой, но имей 100 рублей». Все ссылки будут в описании, подписывайтесь. А я напоминаю, что у нас сегодня был в гостях популярный блогер, коуч, ментор, Ердаулет. Очень популярный, у него 1 миллион в ТикТоке, 100 тысяч в Инстаграм, 50 тысяч в Клабхаус, 10 тысяч в Твиттере, да, и 0 друзей в реальной жизни. Ерике, просьба. Да, конечно. Да, ты и твои курсы. Идите нахуй. Ах, херня, жесть. Всякую дичь рекламируют. Дичь дегенды, братан, они же тоже в чем-то, правда, зарабатывают там на гивах этих конкурсов. Да, братан, я тебе не про заработок, ема. Да они просто адаптировались, поймали свою волну. Все, сейчас на этом зарабатывают. Короче, как я понял, всем лишь бы зарабатывать, да? Ну чё, шоу Ирины Олегровны, колись наш? Нормально всё? Пацаны, сейчас всё будет. Ешьте, пейте, ни о чём не думайте. Да, сейчас. Хорошо, спасибо. Камень, давай, заходи. Ну чё вы, ё-моё, телитесь? Давай быстрее. Братан, Киригимес. Брат, Киригимес. Ты чё, девчонок не надо? Ты чё, гонишь, что ли? Всё, всё, всё понял, не дурак, не понял. Всё, понял, понял. Быстрее, 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 быстрее. Сейчас. О, давай, давай, это не будет, заходи, заходи, заходи. Че, Джиги, как вам? Эй, заходи. Ты че, гонишь, что ли? Блядь, долбоёб, что ли? Идёт, что ли? Ты че думаешь, все артисты кайфарики, что ли? А? Мы че туда, кайфовать приехали, думаешь? Ты возьми всю эту шайку, да? И нормально, Адам, сейчас дождись нас. Сейчас мероприятие закончится, покайфуем. Все, понял, Адам, ша. Шайка, окончание. Долбоёб. Все, вот. Йоу, с вами Ула из Аула. Сегодня мы будем делать анбоксинг самой знаменитой сумки, которую вы видели абсолютно везде. Это что? 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 Сумка Вольт. Давайте посмотрим, что там внутри. Пицца и фирменная открытка от Вольт. Что там еще? Бургеры, тортики, без сушника никак, суши, салатик. Свежие баурсаки. Воу, это лагман. Креветки. Плов. Еще один салатик. Не кажется, или у этой сумки нету дна? Хабабай, мотора 304, забирайте на как быстрее. Манты нас отправило 10. И рыбку тоже заберите. И золотая, но вкусная. Мотора 13-2, забираем пиццу. Быстрее, пока горячая. You got to know, pump it up. You got to know, pump it up. You got to... Вольт. Есть абсолютно все. Извините, а вы не знаете, как можно отсюда выбраться? You got to know, pump it up. You got to pump it up. You got to know, pump it up. You got to pump it up. Доброго времени суток, дорогие зрители. За моей спиной стоит семья Карумпаевых. Пойдемте. Это глава семьи Оскар Карумпаев является видным чиновником нашей с вами земли. Вчера в их дом постучалось горе. И теперь они из-за пандемии уже как 48 часов не могут вылететь в Коста-Рику. Но, как известно, беда не приходит одна. И вот уже шестая жена Оскара второй год подряд ездит на Ламборджини Авентадоре. А сам Оскар, как мы с вами, до сих пор летает на обыкновенном вертолете, пока все его коллеги перемещаются телепортом. В ваших, нет, в наших руках исправить это. Если мы дальше будем закрывать глаза на коррупцию, давать взятки и устраивать наших некомпетентных родственников на работу, и даже если мы будем продолжать нашему начальству кутные круги, мы сможем купить им Тихий океан. В Казахстане осталось всего лишь 498 долларовых миллионеров. Давайте беречь их и делать все возможное, чтобы они стали миллиардерами.
Ролик создан при поддержке фонда «Садака не туда». Что? Получается, ты ее взял и отпустил? Чувак, подумай, стоит ли оно того? Ты прав. Сейчас же наберу ей. Алло, Карен, Карен, прошу, прости меня. Мисс, черт возьми, это ты? Карен, нет, она улетела. Что? Как? Когда? Вот так взяла и улетела. Купила билеты через приложение Aviasales. Там ведь удобно и дешево. Как раз скидки были в Аргентину. Составила удобный маршрут. И все? Я знаю, что Aviasales самые дешевые билеты онлайн. Зачем ты мне это говоришь? Ты лучше скажи, во сколько вылет? В 5:30. Мич. Без шарм даже уломан хлоса берет распособишься. Шеф! 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 Если довезешь меня до аэропорта вовремя, я засую тебя в засос. Поехали? Поехали! Желтый мустанг, шериф города просит вас остановиться. Добрый день, сэр. Превышаем скорость. Куда-то торопимся. Шеф, поймите, любовь всей его жизни улетает в Аргентину через полчаса. Это правда? Опять этот авиасейл со своими дешевыми авиабилетами. Ладно, погнали, мы вас сопроводим. Воу-воу-воу, Рамон, куда бежим? Как вы не понимаете, любовь всей моей жизни, с которой мы знакомы 17 дней, улетает в Аргентину на 3 дня. Я должен успеть ей сказать все, о чем я и думаю. Так самолет уже улетел. А, ну ладно. Рахметчик ты. Ну давай. Давайте. Коллега? Не думаю. Давайте. Давай, не расстраивайся. Ты держись. Давай, ну главное, давай. Сопроводили. Конечно. Давай на сникерс конкретно. Да? Конкретно? Конкретно. Давайте, пошли. Самое главное, сопроводили же. Да, родные мы. Ты что? Давай, Бержина, баня вот тут, пацаны. Давай, да? Во вторник, после сменки. А, в Пулангу Менджерсон? Да. Ага. Если что, потом скажешь, сколько я должен. Красавчик. Задержите парня в коричневом. Чертовски хорош. Aviasales. Самые дешевые авиабилеты. О, в Турцию недорогие билеты как раз. Хоть отдохну, съезжу. Или Аулга съездить. Родители все-таки. Че там, пацаны? 5 минут до выхода. Пацаны готовы, да? Давай. Поехали. Выходите. Давай. Сюда, в центр, на. Две микрофончики. Давай. В центр. Веселее, главное. Веселее, как вот это. Умеете что-то, да? Раскачка, как называется. Для кого выступать? Никого же нет. Ты что, гонишь, что ли? Инда, аздай был сода купти был курнир, инда. Не синин. Карантин, красная зона, все дела. Тем более вам заплатили, не понтуйте, ё-моё. Давай, веселее, мужики. Моя тонкая линия, нежность и бриллиант. А ты... Браво! Молодцы, парни. Давайте следующую песню. Нет, я рук не уберу, знаешь, чистый из-за принципа. Хорошая песня. Около 100 миллионов просмотров на Ютубе. Ребят, вам самим не надоели эти песни? Есть что-нибудь новое? Есть. У нас альбом вышел. Который ни хрена не стрельнул. Чего? Ну почему ж? Потому что вы продолжаете выступать на банкетах. При
Присаживайтесь. Пообщаемся. Угощайтесь, ребят. Такую еду вы точно не ели. Яблоки из вымершего вида Апорт. Лучшие винограды Франции. Бешбармак из птеродактиля. Да-да. Именно из-за вас, казахов, они вымерли. Ирина Кайратовна, кто же это такая? Ребят, вы ведь даже сами не знаете, кто это, ведь так? Ну, мы чисто по приколу так назвались. Мы, если честно, даже не задумывались, да? Ну да, в принципе, по приколу. Ведь это я придумал вам ваше название. А хотите увидеть Ирину Кайратовну? Ну, как вам? Хотите потрогать? Знаю, хотите. У меня много разных имен, но сути это не меняет. Скажем так, я самое богатое существо в этом мире. Короче говоря, я дьявол. Так, ладно, все, с меня хватит. Хватит этих фокусов. Все, воду скиньте, я поехал. Окей, я понял. Так, ладно. Еще на круг меня не хватит. Не, Серё. Рабы Божьи. Вы, наверное, думаете, почему я вас позвал сюда. Ответ прост. Вы мои самые лучшие сотрудники на данный момент. По Казахстану. Пока что. Ну, что за кислая физиономия, ребят? Посмотрите сами. Как только мы начали с вами сотрудничать, и у вас, и у меня дела пошли в гору. Молодежь развращается. Вы зарабатываете на этом деньги. А моя армия растет на глазах. Подождите. Я, конечно, извиняюсь, но мы с вами не сотрудничали. Ну как это не сотрудничали? Давайте начнем с самого начала. Что вами двигало? Стать популярными? И что вы начали делать? Материться. Пропагандировать праздный образ жизни. И что в итоге? Вы добились своего? Думали ли вы, какой урон наносите? Что вы несете обществу? Конечно же, нет. Ни разу. А это, между прочим, уже моя работа. Запудрить вам мозги, чтобы лишние вопросы не зашли. Новый трек. Аза, пиши куплет. Снова в рифму. Обожаю. Но для чего? Для чего? У меня есть план. Ну что ж, всем известно, что я попаду в ад. Потому что я не поклонился вам, жалким, мерзким людишкам, сотворенным из земли. Когда я был создан из огня. Собственно, по этой причине меня изгнали из рая. И до последнего дня я буду пытаться всех вас забрать с собой. Но для чего? Для чего? А для чего мне там быть одному? Но почему именно мы? Ребят, вы убиваете людей. А если быть точнее, вы убиваете мозги. Состояние думать, чтобы народ, как стадо тупых баранов, слушали ваши песни
и хотели быть такими же крутыми, как и вы. Будете? Очень зря. Александр Сигашиш, такого уже давно нет на планете. Именно с этой пятки Гектор смог убить Ахиллеса. Ну вот скажи мне, Алдик, разве до популярности ты мог кого-то уломать? На тебя же девушки не смотрели. Ты же лишился девственности со своей женой. А ты, Азамат, ты же хотел, чтобы тебя все узнавали. Чтобы все вздыхали при твоем появлении. Разве нет? А ты, Илюха, разве ты не хочешь большой дом, большой член в рот? Шутка. Вы же юмористы, ребят. Или рэперы. Ну, суть не в этом. Компаньоны, так как мне приятно с вами работать, я предлагаю вам беспроигрышную сделку. Суть этой сделки очень проста. Вы получаете огромное количество денег. Ваши альбомы стреляют по всему миру, а фильмы входят в культурное наследие человечества. Крутое предложение, правда? А что? Что взамен? Как бы это помягче сказать? Ваши души. Там все равно все на латыни, не поймете. Просто подпишите. А что, если мы не хотим всего этого? Потомки Адама, кого вы обманываете? Что вы хотите изменить? Посмотрите на этот мир. Всем лишь бы деньги, наркотики, красивые девушки. Никто не задумывается о следующей жизни. Всем кажется, что они будут жить вечно. И никогда не умрут. Но ведь никто не живет вечно. Да, все мы умрем. И всем нам отвечать перед ним. Но кто живет так, чтобы ответить достойно? Никому это не нужно. Но неужели вы сами этого не понимаете? Просто подпишите. Я готов. Отлично. Отлично, Илюха. Подпиши контракт, и каждый город в этом мире будет твоим. Нет, ты, то есть вы, неправильно поняли. Я готов отказаться от всего, что вы предлагаете, но душу свою я тебе не продам. Хорошо. Тогда смотрите сами. Бұқтағандар болмаса, әйтеуір шыққан кезде жан ұямыз бен өз бей көріп отырмыш едік. Ой, кеттік, бәрін таста, бәрін таста, бәрін таста. Ой, кеттік, бәрін таста. Да, жалко, по идее. Хорошие ребята были. Все попробовали, да? И КВН сыграли, скетчи снимали. Только вот нашли себя, музыка, все дела. Кстати, я же в них в скетче в одном снимался же. Профессионал, пацан. А это Паша Daft Punk тоже распарили же. Видели, да? Я еще, кстати, женат был недавно. Развелся. Да, такой тяжелый год для всех, по идее. Карьера прям в жопу идет.
Может, опять Вайн начать снимать? Айтпахши, Хаким, курить есть курить? Дель, ты же Айкос курил, есть Айкос? Рапекка лежах по, снюс Алай не видно. Да и правильно, что это шоу сдохло нахуй. Каждое слово мат за матом, блядь, пидорасы, блядь. Вон они сына научили материться. Он до этого ни одного мата не знал. Пойдем, пизды дам. Что-то грустно. Я тут небольшой монолог накидал. Поаплодируйте, кто смотрел шоу Ирины Хайратовны. Здорово. Кстати, им понравилось, что здесь так много камер. А было у вас такое, что поначалу Ула жестко бесил, а потом нормально? Кстати, есть вайнеры здесь. Что здесь делать, ебать? Ладно, тогда у меня на этом все. Что-то зал какой-то мертвый. Всем пока. Ну, время, деньги, как не смело на паре Animal, в черном геле, не на меня клуба олени, на меня ждут мои суки и все мира. Ты знаешь, как бы тусим, а мы тусим до талого. Ментан, масантан, вал, грязные сучки любят, рассказывают всем, каков на вкус мой член. У меня все. Можно я скажу? Похороны в Америке. Rest in peace, guys. It's a very, very hard this. Похороны в России. Не, ну что сказать. Хороший проект был. Пусть земля он будет пухом, парни. За вас. Ой, подожди, здесь что, вода, что ли? Жека, есть инжина, брат. Жека, сабр, Жека. Салем! Сіздермен бірге 91! Қап. Қазақстандағы үздік проекттердің бірі болады. Өкінішті. Жақсы. Сау! Өскен жерге сыймай кетіп барадым. Өскен жерім қимай кетіп, қимай кетіп барадым. Ну что ж, я, наверное, ясно дал вам понять, что эти ребята неспроста пригреты лучами славы. Шоу на то и шоу. Запомните, нужно заниматься собой и своим образованием. И, наконец, предлагаю перестать смотреть и слушать Ирину Кайратовну. Уф. Спасибо большое. Ага, Рахмет. Так, сценаристы, по вышкам 5G, жду на почту. Спасибо большое. Все, спасибо большое. Да, спасибо большое, блин. Капец, холодно. И что там? О, да, ну нафиг, клип ЕК вышел. Так, сейчас посмотреть или... Э, ладно. Я не знаю, как так получилось, что стал более-менее популярным. Действовал на инстинкт и не кидал бумаги в оракул. Девочек радовал, трахал их, вроде мечтал.
мечта была сахарной. Стал старше, меньше хотелось быть пахарем. Вакуум, забылись, тупо хапнули в ахуй. Удалились от истины пастырем. Это все в столице было пластырем. Не скрыть этих распри нам кончили. Здрасте всем, здрасте, здрасте всем. Это так себе такти. Так нахер тебе знать мой характер. Я хакер, для нас подсел рекламодатель. Это факт, чувак. Несу свой факт, fuck you lucky man. Чистый интеллект, никакой магии. Признал акс, эффекты тялки липнут, будто принцы Англии. Это ангелы вокруг меня спасают. Я читал Евангелие, не только эти самые изучаю. Я заработал весь авторитет, когда не было бабла на пачку сигарет. Рядом всегда были секс, смех и смерть. А я просто сидел и писал свой куплет. Я заработал весь авторитет, когда не было бабла на пачку сигарет. Рядом всегда были секс, смех и смерть. А я просто сидел и писал свой куплет. А, где-то отвернулся от веры. Я рассчитывал, что это все мне заменит. На кайфах двигался сотнями девок, но был на дне уже. В самом деле, думал, что много думаю. Забыл давать отчет себе. Потерял отца поздно, наладить отношения. Бросил курить дурь, любимая спасла от дур всяких. Братья спасли от пуль, я не стал таким, как все. Я уже не беспокоюсь за ночлег. Я сам к себе обращаюсь на всех треках. Черту все эти игры, моя мама не стареет, что ли? Кстати, пора вернуться к вере. Пора вернуться к вере. Я заработал весь авторитет, когда не было бабла на пачку сигарет. Рядом всегда были секс, смех и смерть. А я просто сидел и писал свой куплет. Я заработал весь авторитет, когда не было бабла на пачку сигарет. Рядом всегда были секс, смех и смерть. А я просто сидел и писал свой куплет. Кап кара шашыраң, кара бөлме, сөзімді бөлме, өтінем, артынша күлме. Үш жыл бұрын мас күйде, ас үйде, алтауымыз отырдық, теңгеде жоқ каспиде. Енді не істейміз демекші, ауызда тек темек, сені кіма, менікі. Адамшы өмір сүру керек ет, негізі, азып кетін секілді арал тенізі. Емші, нанырсын, юзу перчатку танысы, маам пох кім сенің танысы. Менің өмірім өзі ертегі, өзі анысы. Өзім шоқ, сөзім оқ, өзім фамус. Не дейсін маған, не дейсін маған. Не дейсін маған, не дейсін маған. Не дейсін маған, не дейсін маған. Не дейсін маған, әңгімен барма маған. Я заработал весь авторитет, когда не было бабла на пачку сигарет. Рядом всегда были секс, смех и смерть. А я просто сидел и писал свой куплет. Я заработал весь авторитет, когда не было бабла на пачку сигарет. Рядом всегда были секс, смех и смерть. А я просто сидел и писал свой куплет.